Смотри, там дай ему время, чтобы собака до меня дошла. Так это делай рывок и тащи его обратно. Я понял, жопу. Сапог. Эту рану напугался. А вводи задельного времени просто дракона. Давай, сейчас. Не флудите, блядь, это лишняя информация. Давай, сейчас маленькому боссу дайте на апгрейд, нет. Не вливайтесь сразу. Что, бернуть? Да, ты подожди, блин, у меня тут кнопки новые, нахуй, у меня еще бегать пришлось, блин, у меня еще, нахуй, блин, пальцы сломались. Бегите или умрите. Поезда аккуратно. Бегите или умрите. Помнишь, какие яйца все. Ой, тапки на ДК. И тапки, ой, тапочки. Угу.
Через нить, что ли? Ради танковской тапки. Конечно. Слава сидит и думает, что я не на ДК пошел, да? Да, у меня такая чарка есть, там только она на голове. Мне надо вторую на лужу. На мишку на ОЕ надо. Большой перекап мастерства на ретрике. 41 мастерства. Ну, хоть за 41 мастерство. Ну, собралось так. До этого было вообще это, меткости 12%, блядь. Короче, после 50% босса на первый вихрь полидрин командаш. А потом паладин Андашима. И наверное там, когда Май и Массакру. А на этот, когда с куполов выходить будем, присты закастовить гимны на ХП. Дайте баф еще бы какие-то. Есть. Друида лапа, например. Перевели. Я думаю, чупается. Или это уже как был? Нет, ты вот этого 2М. Бегите или умрите. Сейчас забегаем в куполки. Заходим. Ой, я что-то не забежал, нахуй. Пока че. Меня хилти докачник. Ага, меня убило нахуй сразу же с первого удара. А че ты не забежал? Да что, блядь, заснул нахуй. Я, блядь, сферу выбрал бить в таргет, я смотрю, босс кастует и кастует, что плохо.
Чё-то там кастует. Сидит свои 1-2 жмёт, ебать, ничего не видит. Угу. Ну, блядь, 1-2-3. А то что ДБМ кричит, бегите в колодец, то хуйня. Ну, и то, что там ещё этот... Как он, Вуду показывает там что-то. Метки там. Да, пиздец. Будет дыхание скоро. Дыхание давай, ма. Шупальца. Мы его убьем до следующего забегания, скорее всего. Еще одна хуйня выходит. Грудь. Запах кому-нибудь хулипал, наверное, да. Пиздец, хуйня и бан. Лок, если ты в Дисе, ты когда разливаешь, далеко не убегай. А то мне пришлось за тобой бежать, блядь, прохиливать тебя там. Ты их смотри, ты, блядь, один на тебе взрывается, ты отошел. Взрывался, отошел, ебать. А ты куда-то побежал, нахуй, в другую вселенную, я не знаю. Блин, блядь, там поле такая залупа, однако. Типа, вот, блядь, просто, ну, типа, просто в кнопку жмешь. И доты обновляешь. Одной кнопкой тоже. Надо делать. ДТшник. Давай. Этот, смотрите, по кругу будет бегать, начиная вот с этого угла. Это я нечаянно нажал, то найдем. Первые метки звездочку. Потом будет дистанция, вторые метки вот сюда рядом звездочку на границу с предыдущей меткой. Потом вот сюда вломбик на границу с предыдущей. Это опять ничего не нажал. На границу в зеленую. Ну и, соответственно, и так по кругу начинаете это делать с
звездочки и продолжайте по кругу комнаты. То есть вот там бежите, ну... Все как это. Одну вынесли, другую рядом, одну вынесли, другую рядом. Бестрейд стоит в одном метке в центре. Давай, на пристав поставим, еще пришли-ка. Кругляшок. Поставил кругляшок, за ним будете бегать. Не носите в другие стороны метки. Вот вышли, вы сюда вынесли в уголок, потом вынесли рядом с ней, То есть так и вам будет проще, всем проще. Ну и фолидринг там станок одесплей. До него хил доставать не будет. Сейчас сфера будет, отвернулись от сфера. Сейчас будет сфер, отворачивается от сфера. Эфир. Отвернулись. Берегитесь. Вернулись от эфира. Вы... метку стоишь, кто вам. Сейчас будет фир. Будет фир еще после этого. Берегитесь. Да, он заколепал, а? Я понял. Пидерсия, блять. Есть какие-то предложения на анрол? Я предлагаю тапки занролить. Вот так еще упал. Ролите дагер.